Жертвы, упорство, фанатизм и труд. И самое главное условие успеха – действие. Вам нужно знать, чего вы можете добиться от своей профессии. Ведущий солист национального балета театра в Белграде, а ныне директор балета национального театра Сербии в Белграде, Константин Костюков, испытал это на собственном опыте. Талант ничего не решает. Вы согласны со мной или не совсем? Здравствуйте. Талант... Нет, без таланта ничего нельзя сделать. Конечно, у нас говорится, 99% успеха – это твой труд и твое трудолюбие. И без этого ты ничего не постигнешь. Но остается тот 1%, чтобы было 100% успеха и чтобы было искусство. Без того 1% ничего не получится. Знаете, есть такая пословица: копеечка рубль бережет. Без копейки нет рубля. Вот вроде 99 копеек, вроде бы рубль, да. А не рубль. Ну как вы думаете, разве вы без таланта и с упорством, и 24 часа, если б играли на пианино Рахманинов, Чайковский, Моцарт, они бы были то, что они есть? Конечно, нет. И конечно. Сделали бы свои те произведения. Это только талант, конечно. Талант. Но нельзя, чтобы был только один талант, потому что без труда не выловишь и рыбку из пруда, так говорят, да? Да. Вот, конечно, упорство и конечно, почему упорство и работа? Потому что талант, он вам как алмаз, как диамант. Его же надо, грани-то ему надо сделать. И потом, мы же не знаем, где конец, где самая высокая точка нашего таланта. Поэтому надо, чтобы мы работали как можно больше, чтобы, естественно, достичь высоты максимальной. Мы ее, конечно, может быть, никогда не достигнем, потому что совершенных, может быть, не бывает, ни профессионалов, ни людей. Но надо достичь. А для того, чтобы достигли максимум своего, конечно, тут надо много работы. Много. И, естественно, без таланта, тем более люди на сцене. Тем более люди, которые на сцене. Конечно, есть и в других профессиях талант очень важен, в самых каждодневных, да, или токарь, или, не знаю, да. там тоже очень важно, потому что руки должны хорошо работать, и надо голова. Но тем более, когда ты на сцене находишься, конечно, тут должен просто Бог должен был прикоснуться к тому человеку, который должен быть на сцене. Потому что это не только физический труд. Это умственный труд, это психологический труд, это энергетика, биоэнергия, которую ты должен перед собой, когда у тебя сидит перед тобой 2000, 30 тысяч людей. В принципе, как, может быть, даже где-то такой и политик, который должен их убедить, должен их с собой повести. Лидер. Ты должен быть лидером. Да, да. Вот, да. Поэтому лидер тоже не может быть каждый. Правильно. Поэтому тот, который лидер, естественно, тут должна, конечно, быть рука от Бога, это значит талант. Я поэтому, естественно, без таланта ничего получится. Но это будет не очень интересно. Это будет хорошо, но это не будет гениально. Что главное на сцене, чтобы у нас было? Мы приходим на сцену, и, естественно, главное убедить публику, чтобы она поверила, что ты делаешь. Вот это вот очень важно. Работа. Это тех 99% работы. Да. Потому да. что если публика увидит, что это что-то недоработано, грязновато, как мы это говорим в балете, то есть не совсем точно все сделано, публика расслабится и уже будет смотреть, может даже и зевать. А это мало. Это мало, потому что у публики должны мурашки побежать по телу. А вот когда побежат мурашки по телу, это эмоции. А вот эмоции — это уже талант. Тут даже, я думаю, даже ты можешь репетировать эмоции сколько хочешь, но чтобы взять и стереть свое «я», стереть и забыть свое ДНК и свои гены и стать другим — это уже мастерство актера. А мастерство актера — это уже высшая форма каких-то очень философских тем, психологических. И опять тут нужен талант. Так что без таланта все-таки никуда. А работа — да. А что значит работа? А работа — это любовь.
сначала ты должен полюбить тем, чем ты занимаешься, или решить, тебе это нравится, ты любишь или нет. Потому что, когда есть любовь, легко работать. Потому что ты будешь ждать каждый день и не хочешь, чтобы это заканчивалась твоя работа. Вот тогда ты сделаешь очень много успехов. А если ты просто идешь на работу, как тебя заставляют, потому что это тебе надо, потому что надо жить и надо что-то заработать, то тут больших успехов не будет. Поэтому главное в любой работе, в любой профессии – это любовь и талант, который их соединяет. Работа. Да, 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 правильно. Если до 30 лет артист не достигает вершину в искусстве, то вряд ли позже он сможет чего-то добиться. Вы согласны с этим? Что касается нашей профессии, балетного искусства, это так. Это так, потому что, в принципе, балет – это профессия молодых. Это почему профессия молодых? Потому что все-таки балет – это естественное искусство, но мы все-таки опираемся еще на спорт. Это искусство со спортом, потому что мы, естественно, работаем физически. Очень. Это большие нагрузки на тело, это, естественно, работа мышц, это работа сухожилий, это понятно. И поэтому, в принципе, знаючи, и мы, конечно, должны знать хорошо анатомию наших телов, вот, и поэтому, естественно, тело, как и в гимнастике, как и в любом другом спорте, в 30 лет уже не то тело, которое оно было в 18, в 20, в 25. Это уже другие хрящи, которые уже твердые, кости уже другие твердые. То есть уже такой пластичности уже не будет. Поэтому тут уже может быть травмы. И это уже, в принципе, где-то и опасно. Потом уже ты, после 30 лет, ты уже идешь по инерции. Все, когда ты набрал уже мастерства, опыта, то есть уже где-то даже выходишь не на физической нагрузке, уже опытом работаешь. Вы очень долго выходили на сцену, по-моему, до 50 лет, да? До 46. Да, ну, до где-то 46, я... Да. Что касается серьезных нагрузок. А в принципе, еще такие как бы драматические роли можно и, конечно, и потом исполнять. То есть, когда у тебя есть уже все-таки большой опыт, и когда есть большие знания, и, так сказать, поэтому можно и дальше продолжать танцевать, выходить на сцену, но это уже больше, скажем, как выходишь на сцену, чем танцуешь. Классический балет, который самый тяжелый, в принципе, по всем направлениям, из всех направлений, в принципе, как это и было всегда, максимум можно танцевать до 40 лет. Ну, до 42, может быть, в зависимости, от, конечно, от тела твоего, какие у тебя способности. Майя Михайловна, по-моему, в 75 лет. Ну, больше. Майя Михайловна, это легенда, и в принципе, Майя Михайловна, это свой стиль. Так что, конечно, Майя Михайловна просто любили люди просто видеть на сцене. Да, довольно да, было, да. Чтобы она просто появилась. Появилась, да. Я так думаю. Потому да, что да, вот значит, это актерское мастерство. Майя Михайловна не просто была балерина. Она была балерина с большим актерским мастерством. Плюс она сделала большие реформы, революции в своей интерпретации во многих ролях. В основном «Лебединое озеро». Это стиль Майи Плисецкой, который она немножко изменила и переменила. Вот, да, поэтому да. Майя Плисецкая, когда выходила, естественно, это уже было просто какое-то появление. И люди, публика довольна была смотреть, чтобы она просто вышла и прошла со своими руками. Да, были в восторге от этого, да. Складывается обычный день директора Белградского балета? Ну, как складывается? Ну, в принципе, конечно, скучный такой день.
Если сравнить, конечно, когда этот директор балета был артистом балета, он, конечно, был намного интереснее и намного... ведущим артистом балета. Да, ведущим артистом балета. Поэтому, конечно, это было все интереснее, когда ты работаешь, создаешь какие-то новые роли, когда думаешь и что-то сотворяешь, что-то ищешь что-то новое в себе. Это, конечно, интереснее. А директор балета, естественно, это немножко так... Потому что директор балета, кроме того, что должен сделать, организовать репертуар и работу всего театра, тут, конечно, еще какие-то бумаги, бюрократия, которые должен заниматься директор. Утомляет и вас. Это немножко скучно, утомляет, естественно, это немножко скучно, но все это делаем для того, чтобы в итоге поднять занавес, и чтобы публика получила удовольствие, и чтобы артисты балета были и в форме, и чтобы у них были все условия для труда. И чтобы были шикарные и декорации, и чтобы были как можно больше премьер. Поэтому это меня держит. Да, да. И я каждое утро иду на работу с какими-то новыми идеями для театра, для репертуара. А мой обычный день утром встаешь, если вдруг надо, если первая смена у ребенка в школе, отведем его в школу, естественно, рано утром. Потом бежим на работу. Я люблю и дальше делать уроки. Классически я и дальше занимаюсь, потому что у меня как-то другое. У меня, когда я утром сделаю урок, вероятно, просто тело привыкло сделать урок, у меня по-другому тогда и голова работает. Как-то все быстрее, как-то лучше все, решаются все проблемы. Когда не занимаюсь уроком, то мне еще надо еще 2 часа проснуться и как-то договориться самим собой, что еще надо будет делать, как-то лишь. Поэтому я сделаю урок, потом я, естественно, иду в дирекцию. Ну и начинается вся работа от репертуара, да, все. Вот. Потом очень часто происходит, что вдруг кто-то от моих репетиторов заболел или не может прийти, или дети заболели. Естественно, я тут, если надо будет, их заменю на репетиции, проведу репетицию любого спектакля. Естественно, с одной стороны, потому что я и сам это танцевал, во-вторых, потому что я это знаю и должен знать. Вот, так что, если что-то надо... Потом надо решать проблему, может, и с декорациями, с костюмами. Потом надо сделать репертуар на месяц. Потом надо сделать, приготовить какие-то планы. Потом надо сделать какие-то финансовые расчеты, на что нас ждет. Вот. Ну, в принципе, так провожу до 4-5 часов утра в дирекции. Насыщенный день, конечно. И голова вот такая вот. Надо все держать, конечно, под контролем. Вот. Ну, опять потом бежим... Дети есть, и с ними надо, может, или в футбол поиграть, или, может, в теннис поиграть, или, может, велосипеды провести тут около Дуная, по Дунаю. Вот. Ну и вечером еще, если есть спектакль, бежим на спектакль, должны быть на спектакле, а может, вечером репетиция, может, новая премьера готовится. Так что день, в принципе, насыщенный очень, не только день, и каждую неделю у нас нет ни субботы, у нас свободный день всегда меняется, в зависимости от репертуара, свободный выходной день может быть у нас или во вторник, или в четверг, все зависит от репертуара. Так что, в принципе, такой маратон, такой марафончик, такой спринт. Да, спринт. Пока вы были активны на сцене, у вас, наверное, были и другие предложения из других театров. Не хотели уехать из Белграда? Были предложения, до Белграда были предложения, как-то не решился я. У меня были предложения в Канаде, остаться в национальном балете, и, в принципе, все было хорошо, но как-то я тогда был больше как-то связан с украинским, с киевским нашим, с моим театром национальным. Вот, как-то мне больше тянуло все-таки в Европу, и... решил не остаться там и потом вернулся. Вот. И буквально через год у меня было предложение в Югославии вот, поработать хотя бы на сезон-2. Это мне было как-то удобно и близко. И дальше я работал и в Киевском театре. Вот. Потом мне было предложение поехать на международный конкурс отсюда, из Белграда. Так что, в принципе, как-то уже завязались какие-то здесь отношения рабочие.
Потом у меня никогда не было желания уехать из Белграда, вероятно, потому что здесь была у меня очень интересная работа. У меня была очень интересная работа, мне предлагали интересные спектакли, мне предлагали интересные ведущие партии. Я делал какие-то новые спектакли, потому что, в принципе, тогда это был 86-й, 7-й, 8-й год. В принципе, тогда у нас на репертуаре в основном была классика очень, были какие-то эксперименты, и были современные спектакли, модерна, в принципе, не было, редко. У нас были некоторые спектакли от Мариса Бежара, и иногда были спектакли Бориса Эйфмана, это у нас были интересные работы, все, но это было, в принципе, у нас премьеры были редко, было одна премьера в 2-3 года, вот, в основном танцевали свой ребят. Здесь было больше интересной работы тогда, вот, здесь у нас было по две премьеры в год, что для каждого артиста балета это интересно, потому что у нас, в принципе, короткая, у нас короткая карьера, короткая театральная жизнь. Сценическая жизнь, сценическая, имею в виду, да. Поэтому, естественно, хочешь как можно больше попробовать, как можно больше увидеть, как можно больше станцевать, как можно больше сделать роли. Это как у профессионалистов. Сейчас другая, естественно, другая история на наших сценах и в Киеве, и в Москве, и в России. Сейчас намного больше возможностей, больше премьер, больше возможностей работать с другими хореографами. Тогда это было не совсем так было легко, поэтому меня очень заинтересовал Белград. И, в принципе, потом если началась и семейная жизнь. Не пожалели, да? Да, и поэтому ни те пожалел, ни те никогда не думал куда-то уехать. Потом у меня началась и своя карьера, свои гастроли отсюда уже как солиста, ведущего. Вот. Так что, в принципе, времени не было думать, что куда-то надо ехать. Да, правильно. Получаете ли вы на сегодняшний день удовольствие от возможности проводить уроки, мастер-классы? Получаю, всегда получал. Я бы этого не делал, если бы мне это не нравилось, если бы я себя чувствовал как бы не в своей рубашке, как мы говорим, да? Получаю, потому что мне так кажется, что у меня есть интуиция и, как сказать, есть изюминка для передачи опыта. Плюс у меня, я считаю, что у меня хорошая очень школа, хорошие знания. Я должен сказать огромное спасибо всем своим педагогам, а их было много. Я пытался от каждого чего-то научиться, потому что, я как говорю, и даже самый плохой педагог, и у него можно чего-то научиться, хотя бы тому, что так не надо делать. Как это говорят, как философы говорят, и плохой результат – тоже результат. Знаешь, что больше в эту сторону не пойдешь, что так будешь делать. Да. Поэтому я, конечно, шучу. У меня были прекрасные все педагоги от училища в Киеве. Это и Парсегов, и господин Клявин. И потом, когда я пришел в театр, и первые мои, Татьяна Путилина, Булатова. И потом, когда я пришел в театр, все, и Венир Круглов, и хореограф Шекера, Стебляк, Элеонора. То есть у меня были прекрасные и артисты балета, и балерины, и прекрасные педагоги. Поэтому я много чего научился, и я знаю, что я могу это передать. И опыт. Очень важно, да. И главное, что я понял, и главная идея, когда быть педагогом, надо постараться надо быть таким педагогом, чтобы сократить путь к успеху своего ученика. То есть не только его научить, как это делать, но надо постараться сделать, чтобы его путь к успеху был короче, чем твой. Это настоящий педагог. Потому что сегодня идет время, живет время быстрее, и поэтому потому что у нас короткая профессия, надо попытаться максимум передать так, чтобы он как можно больше быстрее пришел к успеху. Хотя в нашей профессии, конечно, это очень тяжело сделать, потому что у нас много чему надо научиться. Потому что тело — это очень, очень серьезный и сложный инструмент. Это не только две руки и две ноги. Они все по-разному работают. Это математическая комбинация, в которой, например, если у вас существует, например, 100 знаков или 100 цифр, сколько можно сделать комбинаций? Больше, чем миллион. Так и может рука так подняться, может рука подняться от локтя, может подняться рука и от лопатки, а может и от спины. То есть одна только рука может сделать минимум
около тысячи, может быть, различных движений. А ведь, представляете, целое тело. Значит, это огромное, огромное мастерство, которое, конечно, не заканчивается, когда ты только закончил школу и когда ты вошел в театр. То есть ты работаешь буквально на протяжении целой своей карьеры. Уланова, когда танцевала один из последних своих спектаклей, это была Жизель, она сказала, уходя на пенсию, она сказала: вот я только сейчас поняла, как надо танцевать. Так что, может, это легенда, но в принципе это легенда, которая абсолютно правдивая, это легенда, которая действительно это наша жизнь. И так надо думать. И так надо думать, как у нас говорится, и мой отец мне говорил: век живи, век учись. Поэтому, если будешь жить с этой философией, у тебя будет все лучше и больше результатов. Самое ужасное — это когда ты успокоишься и думаешь, что все прекрасно. Я все знаю. И ты все знаешь. То есть я гениальный. Да. В новом исследовании нашли взаимосвязь между загрязнением воздуха и высоким уровнем смертности от коронавируса. Пациенты с коронавирусом в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха с большей вероятностью заражаются и умирают от инфекции, чем люди, живущие в районах с более чистым воздухом. Но что может быть лучше для вашего здоровья? В мире, который больше, чем когда-либо обеспокоен тем, что содержится в воздухе, покупка и использование очистителя воздуха TerraPureOn актуальны как никогда. TerraPureOn признан лучшим, высококачественным очистителем воздуха на рынке по результатам независимых испытаний. В апреле этого года получил сертификат немецкой лаборатории GUI, подтверждающий эффективное очищение воздуха от SARS-CoV-2. Его высокоэффективные системы очистки и ионизации воздуха удаляют 99,99% взвешенных в воздухе твердых частиц. Очищенный на 99,99% терапевтический воздух без вирусов, бактерий и токсичных веществ – это то, что необходимо в каждом помещении для хорошего здоровья. Классический танец – это живое искусство, оно не может оставаться статичным. Как вы считаете, классика исчерпала себя или это зависит от интереса публики? Никогда себя классика не исчерпает. Это невозможно. И так нельзя думать, и так ни в коем случае нельзя этого позволить, чтобы вообще об этом говорили, потому что классика, во-первых, она необходима хотя бы для начала, для воспитания и для формирования эстетических вкусов и стиля. Классика всегда должна быть. Это фундамент для всего. Самое ужасное было бы сегодня, если бы мы жили только сегодняшним днем. Если бы мы только занимались сегодняшними проблемами, и если бы мы только вели себя как надо сегодня. Это не было бы ни вкуса, ни культуры, ни воспитания. И эта классика должна быть самых первых шагов в школах. Тогда он везде у нас, и везде в мире будут культурные, воспитанные люди. Классика не умрет никогда. Мона Лиза не испортится. Собор Преображенский не срушим. Дворец Петра ни в коем случае. Но это же все классика. Это все равно, если бы взяли и сегодня сказали: все, нам архитектура классическая не нужна, давайте все поставим в стекле, в модерне. Потом классика на себя не исчерпает. Если она дожила до нас, она переживет и нас. Но насколько бы нам было скучно жить, если бы у нас перестали играть Чайковского? Насколько бы потеряло балетное искусство, если бы сказали: все, Лебединое озеро не надо, чтобы больше шло? Такое не может быть. Такого не может быть, потому что Лебединое... Почему еще? Классика — это вот это тот талант, та какая-то гениальность, которая должна просто присутствовать. Mm-hmm. Потому что вот возьмем «Лебединое озеро», это же магический балет. То есть не то, что вот ты пришел посмотреть «Лебединое», оно красиво. Ты через неделю, через 10 дней, через 20 дней понимаешь, что тебе опять хочется пойти на «Лебединое озеро». Что это? Это волшебство и магия. То есть поэтому
Это не то, что вот, например, некоторые фильмы, какие фильмы их посмотришь, а, я знаю этот фильм. На некоторые посмотрел фильмы, и забыл. И забыл, да. На некоторые фильмы ты видел его, ты опять хочешь пойти. Сто раз, прекрасный да. фильм «Моцарт и Сальери». Еще будешь смотреть, да? Да, есть, да, да. Так же и «Лебединое». Даже если ты посмотрел, ага, я смотрел «Лебединое», да-да-да. Через месяц у тебя внутри желание... Снова хочешь. Хочу, да. хочу опять пойти посмотреть. Да-да-да. Поэтому классика никогда не умрет, но... Классику сегодня, если мы ставим или возобновляем спектакли, надо по возможности мы и должны мы танцевать по-другому. Почему? Потому что время идет вперед, как и во всех других профессиях. Классический балет и возможности артистов и, блин, очень поднялись. И у нас другая сегодня техника. Возможности намного лучше. Потому что, естественно, о чем мы говорили вначале, то есть артисты балета работают над собой, преподают. Артисты балета дают возможности, чтобы их ученики как бы быстрее пришли к успеху. Поэтому сегодня технические возможности всех артистов балета намного выше и лучше. Поэтому сегодня классика должна быть намного динамичнее, должна быть с новыми возможностями, с новыми интерпретациями, с новым стилем, может быть, даже. Классическим стилем, но индивидуальным выражением, что и сделала, например, Майя Плисецкая в «Лебедином озере». Она немножко сделала сделала маленькие реформы в «Лебедином озере», в «Лебеди». Она немножко поменяла руки, она немножко их забросила за себя. То есть сделала, может быть, даже ближе сделала свое выражение в «Лебедином озере» действительно к «Лебедю». То есть, естественно, «Лебединое» на примере, когда была премьера «Лебединое озеро», по-другому танцевали, чем сегодня. Поэтому классика, конечно, должна каждый новое возобновление или обновление классического спектакля, у него, конечно, должны быть маленькие реформы. Но классика всегда будет жить. И мы должны ее беречь. Почему? Из-за воспитания и просто из-за какого-то культурного отношение между нами и к искусству. Я с вами согласна. Спасибо еще раз. И вам тоже большое спасибо.